Ласковость. Первая победа – это великое событие в истории вашей команды. Бог с нами, поэтому мы сейчас всегда будем побеждать. Наши ну, это прекрасно. Самые лучшие. Да, это была прекрасно. Трудная игра, но супер классно. Как скоро чемпион. Ой, дай попить, пожалуйста. У нас наконец победа. Победа. Что-то говорить? Ну, говори, говори, говори. Как меня зовут, кто забивал? Это Такском, наша команда забила сегодня гол. Мы последним ударе. А кто забил? Ты? Нет, забила. Кто нас забивал гол? Катя! 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 Катя, иди к нам! Кто забил гол? Катя! Кому? Катя! Кому? Имя! Номер! 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 Катя, я тебя поздравляю с первой победой твоей команды и с первым твоим забитым... У тебя первый забитый гол, нет? Да. И с первым забитым голом. Первый гол, это же отметить надо. Да, в обязательном порядке вы должны отметить. Все, девушки, вы все молодцы, все были классные. Да. Все. Спасибо. Все.